Прежде чем вы это увидите, я хочу вам сказать, что я долго не решался делать этот видеоролик. По одной простой причине, у меня влог-канал, я боялся переходить на другой контент все это время, начиная с создания канала, заканчивая сегодняшним днем. Но я решил сделать новое и уникальное видео на моем канале по игровому контенту в сфере GTA 5 RP. С помощью лаунчера RageMP я законнектился на сервер Strawberry проекта GTA5RP.com. Я не знаю, советовать вам ли этот проект или нет, но мне он очень нравится, и на нем я играю уже около недели. Сами понимаете, ребят, ролики выходят не сразу. Мне надо было освоиться, посмотреть что да как, интересно ли это или нет. Я хочу двигаться в новом направлении и снимать игровой гейм-контент на своем основном канале Отличник Лайф. Я надеюсь, что это видео вам понравится, потому что эта нарезка делалась уникальной, гибкой для всех слоев населения и возрастов. Думаю, что вам это понравится. Вы поддержите меня, написав комментарий, поставив лайк, ну и просто хотя бы разослав видео своим там друзьям, подписчикам, тем, кто играет на GTA 5 RP и так далее. Спасибо большое всем, что нажали на это видео и сейчас его, вероятно, посмотрите. Все, ребят, приятного вам просмотра. Hey, йоу, дорогие друзья, и сегодня вы попали на канал Отличник Лайф, и сегодня я играю на GTA5RP.com, сервер Strawberry, и сегодня я планировал создать персонажа в прекрасной игре. Ну, конечно, я буду создавать чисто под себя, посмотрим, что из этого получится. Я считаю, что эта игра просто прекрасна, поскольку это совершенно новый и уникальный проект в мире GTA. Это вам не играть в самп, это вам не КРМП. Я решил это делать именно здесь, на моем основном канале. Итак, персонаж. Тут очень много придется мне настраивать, конечно, элементов, потому что тут абсолютно можно выбрать любых персонажей, то есть мужчину, женщина, черты лица, внешний вид, отца и мать. Это вообще, это просто капец. Ну не знаю, что я здесь буду настраивать, подгонять под себя. Я сделаю, наверное, то, что мне в принципе плюс-минус подходит. Я хотел вообще темнокожего создать, ну да ладно, ничего страшного. Здорово, пацаны. Здорово. Как дела, чем живете? У молодого жеребца у тебя как? Нормально, только прилетел сюда с Майами. Там коронавирус, меня сюда прислали. Вы не меньше проблем, я тебе скажу. А что здесь происходит? Тоже коронавирус. Ах, какой ужас. Жалко-то как. Здорово. Здорово. У тебя прическа как у Аршавина, как у Мамаева Кокорина. Понимаю. Я даже не знаю, кто это, если честно. Такое яйцо намалёванное и какая-то корейская капуста. Намалёванное. Намалёванное. Хватит лицо моё гладить, ты чё? Я только из барбершопа вышел. Да, из барбер. Барбершоп. Я из Франции, я не выговариваю буквы Р. Так ты ж с этим... С Майами, да. Но я во Франции жил много. Врёшь? Почему вру? Посмотри, я смуглый такой. Это меня в Эйфелевой башне отжарили. Прямо там. А ты чё в куртке ходишь? Холодно на улице, что ли, или чё? Да. А чё там, у тебя ещё свитер есть? Да. Ну ты мне чё-нибудь отдай, либо куртку, либо свитер. Зачем? Ну чтоб я ходил в тепле. Хватит малевать на моём лице, почему вы меня тыкаете? У меня разминка, не мешайте. Опа, опа, Дяня, блин. Ты только взлетел в штат, уже разминаешься, блин. Сейчас у тебя градус поднимется, слышь? Не делай. У меня не пахнет одежда, между от прочим. От моей, от моей. А, ну от твоей, да, запашок исходит, ля какой. А чья это машина? У этого гражданина. А как в него тыкнуть, а? Я не могу палец поднять. Из Майами прилетел, меня прижало что-то. Чё ты меня пальцем тычешь, я не пойму. А мне неприятно, кстати. Чё ты меня пальцем тычешь? А я вот что могу. Видал? Это прыжок через козла. Смотри, что могу, смотри, что могу. Уа! Эху! Опа! Видал? Видал, видал? А ночь под... Кинь меня к Мари, этому... Мари, сейчас еще здесь... Опа! На! Я спортсмен вообще. Да, удачи. Ладно. Здорово, таксист. Привет, бродяга. Видкрывай. Видкрывай машину, едем. А куда едем? А куда можешь? Ну, куда-нибудь. Не, давай бесплатно. Ладно. И чё? И как? Ну, поехали. Всегда мечтал человеком в багажнике прокатить. Нет, ты ошибся, друг. Я жду своего друга. Принимай. А что вы делаете? Спасибо большое. Видали, какой я теперь красивый? Ботинки нужны, по-моему, у меня еще ботинки. Да, я был бы не против, конечно. Но это, да, нормально. Они стандартные. Это, конечно, наглость с моей стороны. Спасибо большое. Бери, у меня
я избавляюсь все равно от этого. Есть всякие рубашки вот на, потом вот такого, смотри. Во, вот я бы не отказался. Я вообще, я только-только приехал, вообще был бы рад. Спасибо большое. Спасибо, спасибо вам большое. Счастья вам, здоровья, любви. Приезжайте почаще, приезжайте ко мне почаще в мэрию. Ты слышал? Предвыборная грамма. Вот меня уже и приодели, дорогие друзья. Конечно, это вообще неожиданный контент для вас. Но ничего, стоим на вокзале, получаем первые бабки, первую прибыль, первую одежду, первые деньги. Кроссовки уже New Balance у меня. Так, надо что-то одеть такое, знаете, под New Balance. Наверное, рубашку туда одень, вот так. И поменяем сейчас, наверное, куртку с ремнями наденем. Да, куртка с ремнями, конечно, лучше выглядит. Может, пальто один год? Да, пальто один год, конечно, лучше. Здорово, как жизнь? Тоже нормально. Счастья тебе, здоровья, любви и хорошего вечера. Ой, ё-моё. Итак, дорогие друзья, теперь мы сдаем теорию. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты будешь покупать это еще? Ну. Ну, к банку еду. Зачем? А у тебя с собой? Кирилл. А в чем прикол, что ты ниже госцены продаешь? По-быстрому продать надо просто. Не услышал тебя. Ладно. Окей. Итак, дорогие друзья, сейчас я постараюсь в двух словах объяснить, что вы сейчас увидели. Как вы понимаете, на моем канале не часто выходят ролики подобного формата, и если даже они выходили, они были связаны с проектом Diamond Roleplay. Но это сфера самбы, поверьте, что скачать самб, ну, никому не составит труда. Но будет ли интерес там играть, когда там устаревшая графика, устаревшие системы, ну и просто забитые сейчас проекты, если люди не могут просто взять и законнектиться к серверу. Я решил для вас заснять видео в игровом формате. В формате lifestyle-blog-игра. Все это происходило на проекте gta5rp.com на сервере Strawberry. Относительно меня. Скажу вам так, что на проекте я собираюсь играть постоянно. Зависит от того, хотите ли вы играть со мной и хотите ли вы видеть такие видео на канале. Интересно ли вам, если я буду снимать подобные нарезки и выкладывать их как видео. Пишите в комментариях, после просмотренного вами видео, хотели бы вы еще таких нарезок, либо по другим каким-то играм, либо под GTA 5 дальше, либо просто другие видео. Влог-формат будет выходить на моем канале, все связанное с дистанционным обучением и прочее, но я захотел разнообразить свой контент и, конечно, посмотреть на активность под этим видео. Не знаю, сколько она соберет, 5000 просмотров, 10. Главное, что это для меня уникальный опыт и то, что я двигаюсь в разных направлениях и не боюсь экспериментировать. А это самое важное, я считаю. Не важно, сколько соберет просмотров видео, не важно, сколько лайков. Главное, чтобы вы меня поддержали, написав комментарий, чтобы выразить свое мнение по поводу этого нового видеоролика. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Ссылку на этот проект я оставлю в описании. Кому интересно, зайдете, посмотрите. У кого есть GTA 5, вы можете скачать лаунчер HMP и играть вместе со мной на этом сервере. Мой ник Леонти Тесла. Заходи, играй, веселись, комфортно, балдей, развлекайся. В общем, всего доброго. Всем пока-пока, ребят.